Всем здоровщики народ, с вами Хася. Вчера в Больших Танках мы открыли 200 новогодних контейнеров. Я подумал, что чего-то не хватает, и давайте-ка мы еще откроем мою коллекцию контейнеров, которая у меня завалялась. Просто на одном из прошлых видео меня спалили. В комментариях написали: Игорек, ты спалился, мы видели твои контейнеры, давай открывай. И, ну а что делать? На Новый год будут свои контейнеры, свои шары, мы их будем открывать. Мы обмажемся этими контейнерами, а эти ждали своего часа, и они дождались. Во-первых, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А во-вторых, напишите в комментарии, вам не надоело, что я каждый день делаю видео? Ну а в-третьих, чекаем спонсора и погнали. Тут около 190 контейнеров, примерно. 187, 188, 190, ну что-то такое примерно. Много разных танков, тут много контейнеров из коллекции контейнеров. Короче, будем открывать по очереди, наверное, или с конца, потому что в конце тут не самые интересные вещи, конечно. Ну что же, тянуть не будем, потому что здесь очень много контейнеров. И начинаем мы с контейнеров V217 Баджер, на самом деле. Так, Баджер — отличный танк, который мне, скорее всего, не выпадет. На самом деле, обидненько, я их так долго хранил. У меня вот есть даже новогодний контейнер от Криса, это прошлый Новый год. Вот такие подарки давали. БТСВ, 200 020 серебра. Так, давайте теперь Т95Е6. Я его, кстати, продал, когда были мистические контейнеры, я не удержался. У меня не было голды, мне надо было что-то делать. И я продал. За 7500 голды купил контейнер, ничего не выбил, ну, я особо не жалею. Карма! Есть! Он ко мне вернулся, правда, это не этот аккаунт, но это не важно. Т95Е6 не самый интересный танк, он мне особо не нравится, на самом деле. Поэтому я его и продал. Вот. А пока мы смотрим за этим увлекательнейшим действием. Слушайте. Т22СР, кстати. Так вот, пока мы наблюдаем за этим увлекательнейшим действием, у вас есть время перейти в описание и перейти в мою телегу, потому что мы там разыгрываем iPad. И выпадает нам золото. Да, хорошие контейнеры с золотишком. Это я одобряю. Особенно после вчерашних контейнеров ББ. Мне на самом деле написало довольно-таки много людей. Они говорят, что тебе выпало не так уж и много, но там в принципе контейнеры, они выгодные новогодние. То есть могло еще больше выпасть. Т26Е5. Еще более странный танк. Я вообще не понимаю, зачем он людям нужен. Но 1000 голды как бы имеем с контейнера. Танк не имеем, имеем голду. Ну, тоже неплохо. Вообще, Wargaming, что нужно сделать для того, чтобы фармить очень-очень много денег? Это продавать коллекцию контейнеров. Просто вот неделя коллекции контейнеров продается. Неделя мистические контейнеры. Они вообще могут только мистические на постоянку оставить. Люди будут то просто нафигачивать. Кстати, Хелсинг, давай мне хотя бы камуфляж. На Дракулу я выбил камуфляж, на Хелсинга ни черта. Он мне, правда, не особо нужен. Я на Хелсинге не игрок, но сам факт того, что он выпал, меня радует. Хороший камуфляж. Не такой, конечно, классный, как на Дракулу. На Дракулу он просто божественный. И, может быть, мы его еще раз выбьем, кстати. Я помню времена, недавно пересматривал свои старые видео. Я рассказывал это на стриме, что я смотрел свои видео. И где-то в 2017 году я говорю: Дракула — офигенный танк. У нас, скорее всего, никогда не появится возможность его получить. Блять, 5 раз в продаже уже был. Ну, не на прямой продаже, конечно, но всякие аукционы, контейнеры, все сертификаты выпадают. Чего там только с Дракулой нет. Но я в 17-18 году прям с ума сходил, на самом деле, от того, как я хотел его. Франкенштанг-могильщик. Франкенштанг мне постоянно падает. Я даже не удивлюсь, если он выпадет сейчас, как на Новый год, когда я потратил миллихриллион денег, дошел до шара и выбил Франкенштанг-могильщик, блядь. Ну, тоже неплохо. Я так думаю, что Wargaming в прошлом году там чуть со смеху не умерли, когда такие: вы видали, лох. Вот, и они в этом году убрали почему мне хочется сказать Хелсинг, убрали Франкенштанг из шара. Ну, я и другого выхода не вижу. Почему они это сделали, зачем они это сделали? По-моему, было довольно-таки смешно, на самом деле. Сливаешь пару миллионов свободочки, чуть-чуть голды, открываешь шар, 200 тысяч свободки.
Классно же. Химера. Балдежный танк, блин, божественный, реально. Я хочу себе Химеру. Я хочу себе Химеру, но жадность не позволяет. 9000 голды, конечно, не так уж и много для него, но и не бесплатно. 7,5 я бы прямо сейчас забрал. Идем дальше. Я буду немножко ускоряться, потому что это очень долго будет. Пау, 500-750. Контейнер и крушитель. Кстати, крушитель мне выпал из контейнера, как-то было дело. Пау. Пау. Ну давай крушителя. Пау. Контрольный. Пфф, ничего не выпало. Опять контейнеры из Т-22СР, но это другие контейнеры, это не из коллекции контейнеров, это были отдельные контейнеры. А шанс выпадения, кстати, 5%, слушай, 5% это дохрена, ну, как бы, учитывая прошлые контейнеры, там 3%, 2%, 5% это уже дохренище на самом деле, тем более для Т-22, ух, блядь, на, ну, я говорил, 5% это много, охрененный танк. А те, кто говорит, что Т-22СР не охрененный танк, идет в задницу. Пэу, давай еще один. 5% все-таки. Пфф. Ладно. Так, ну что получается? Я пока что выбил Т-95Е6, Т-22СР и могильщика, да? Теперь ВЗ-111-5А. Получил его в контейнерах. По-моему, даже вот в этих же самых в коллекции контейнеров они были. Ну, не интересный танк. Почти как С-7, по моему мнению. Но стреляет он поприятнее. На С7 вообще невозможно играть, я не знаю, как люди на нем играют. У меня вопросики имеются. Не выпал он нам. Теперь контейнер ВЗ-121-1GFT. Только хотел сказать, что офигенная ПТ-шка. Имба, имбуща. Я не люблю ПТ, но это муа, реально конфета. И она выпадает. Реально, хорош. Я не знаю, какие это контейнеры, я не знаю, что здесь выпадет. Это, а, это те же самые. Давай еще одну ВЗ-шечку. Не дадут мне в одну ВЗ-шечку. Такс, Action X. Танк, который я не понимаю. Точнее, я понимаю, что он из себя представляет, но я не понимаю, зачем его вообще брать. Хотя он на самом деле интересненький местами. Особенно я охренел, когда я выкатывал его на прессе. Беру. Думаю, что сейчас у меня будет альфа, как я что-то, ну, на стриме там не особо смотрел в характеристики, не вникал. Беру его, еду, думаю, сейчас 400 ляпну, а там 150, 200. Ну, КД клевая. Коробка с подарками, 6-летие Блиц. Пэм, бустеры. 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 Блять. Бустеры, 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 бустеры. Изи. Теперь контейнеры с СУ-130ПМ. Выпал мне в контейнере тоже он. Но такие танки я не покупаю, потому что мне они не интересны. И если они у меня есть в ангаре, то вот только вот из таких вот контейнеров. Я, по-моему, на нем даже один или два боя только скатал и все. Пушка балдежная. Но у меня есть Скорпион. Если бы я хотел стоять в кустиках где-то что-то настреливать, я бы взял себе лучше Скорпион на самом деле. Ни шишашечки. Супер Конкуэрор. Выпал мне из мистических контейнеров. За 500 голды, кстати. Взял два контейнера за 500 голды, достал мистический контейнер. Достал супер коня. Потом на следующий день беру еще за 500. Достаю из 500 голды двух контейнеров. Это Т-28 защитник. Идем дальше. Последний супер конь. Давай к супер коня. Т-54Е2 акула. Выпал мне тоже из контейнера, было дело. Было дело. Но, к сожалению, камуфляж я для него не выбил. Камуфляж здесь клевый. Но я слышал, что очень много людей доставали камуфляж, танк не доставали. Ну, такой своеобразный танчик. Как по мне, чем-то на Е5 напоминает. О, камуфляж. Камуфляж на этом аккаунте, танк на другом аккаунте. Можно перенести как-нибудь, пожалуйста? Такс, Т-25 пилот number one. У меня со всеми контейнерами какая-то история. Т-25 пилот я тоже как-то доставал с контейнера. И самое интересное, что я достал два танка подряд. То есть я достал один и потом сразу второй.
прикольно. Танк фуфло, но ситуация была забавная. Ну, не выпало и не выпало. Хрен с ним. Танк, бля, было бы забавно, если бы он выпал. Танк фуфил. Центурион МК-5-1 РАК. Вот это интересный танк, но проблема в том, что у меня голды сейчас нет, я все слил на мистические контейнеры. Блядь, ты че гонишь? Ты гонишь! Танк, говорю, интересный. Я коплю сейчас финансы, романсы на Новый год, потому что нужно будет очень много. Надо будет очень много вливаний, по-моему. Ну, из того, что я знаю про эту игру, мне кажется, что много будет много. ВЗ-111-2. Ну, получается, из сколько контейнеров открыл? Штук 60-70. 5 танков достал. Ну, статистика вроде ничёшная на самом деле получается. Ахалай-махалай! Нет, не прокатило. Так, АМХ-30Б. Пау. Пау. Может, так повезет. Пау. Пау. Ни хрена не выпадает. Пау. Ну, как бы что-то выпадает, но не то, что надо. Коробка с подарками. 6 лет в лесу. Короче, хер с этими контейнерами. Контейнер-модификатор. Божественные контейнеры, которые меня довели до нервного срыва. Оскол непредсказуемый. Розовый камуфляж. Это топ, на самом деле. Блять, опять розовый камуфляж. Ну, это топ, конечно, но давай, давай третий раз без него. Ну, это нормальный розовый. Проверенный. Интрудер. Вот, интрудер классный прям. Ну что же, самый, мне кажется, это интересный контейнер. Понятно, что здесь выпадет. Мы знаем, что здесь выпадет, но все равно. БТСВ и 2020, я его открою на уходящий этот год. Паскудский, чтоб ты, блин. Давай, я тебя открываю, и ты уходишь. Все, смотри. Подарок от крыса. Криса. БТСВ. Я так и знал. Идем дальше. Лунный контейнер. Это, бля, это было очень давно, на самом деле. Это ивент какой-то был, и там лунные монеты эти. А интересно, они останутся на аккаунте или их спишут прям сразу? Может, не дадут танк? Лунные монеты. А лунные монеты, они где теперь? Оп, меня обокрали. Где мои лунные монеты? Да, к сожалению, лунных монет нет. Меня взгрели на бабло. Такс, в честь 6-летия Блица. Давай, опа. 200 голды, 20 тысяч свободного опыта, аватар 2 года и так далее. Теперь не самые интересные контейнеры, потому что это контейнеры с камуфляжами. В принципе, их открывать особо смысла нет, потому что здесь... О, там было что-то интересное. Ну, вот это прикольно, это Star Wars на ПЗ. Камуфляж-победитель, по-моему, это на КВАС вешается, КВ-1С. Ну, прикольно, что здесь выпадают, типа, легендарные камуфляжи для танков. Берлин, это на что это, кстати? Берлин. Берлин был в этом, в бумажный дом. На Паттон, да? А нет, на Кромвель Б. Блять, Паттон, контейнер 6 уровня, идиот. Так, давай, контейнер 8 уровня. Обычный. Обычный. Хранитель клана, это для ИСа 5. Прикольный камуфляж, кстати. Камуфляж медведь, это для ИСа 3. Ретро, это, ну, прикольный камуфляж просто за голду. Освободитель. А для чего, подожди? От чего он освобождает? Угу. Это CDC. Так, теперь самое интересное. Десятки здесь очень много. Должно быть камуфляжей для десяток. Нет. Фуфил. 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 Для СС7-го. Фуфил. Фуфил. Что за развод? Для бабахи. Для СС7-го и для бабахи. Просто идеально, мне кажется. Фуфил и... Ну, короче, разводняк какой-то. Лох! Пидор!
Ну что же, я теперь бомж, на этом можно заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях все, что вы думаете. Я читаю, конечно, не все комментарии, но большинство, особенно в самом начале, реально. Вот. Напоминаю, приходите в телегу, конкурс там проходит, там много чего интересного. Я пошел. Все, всем покедова.